Таможня пройдена. Это Duty Free Шереметьево, терминал C. Еще чуть-чуть, и самолет увезет в Турцию, а точнее в Стамбул. Бухлишка. Вода 1 евро. А евро по какому курсу? Курс нет. Сейчас не знаешь даже по какому курсу. Покупка стоит 60 с чем-то рублей, а продажа 80 с лишним. По какому курсу они считают? Узнаешь только на кассе. Так, у нас выход на посадку номер 5 стоит. И что-то я не вижу таких здесь. Будем ждать оповещения. Вот и килка. Vamos, muchachos. Белуга. Конечно, заграничные дьюти-фри гораздо интереснее. Они более полноценные. И, по-моему, даже более дешевле, чем здесь. Столько иностранцев уже здесь. Сегодня за всю Москву, наверное, одного афроамериканца увидел. И одного еще в Новосибирске. А здесь уже разные национальности. Зазывает что-то, сажать, сесть. Пирожок 850-750 за кусочек. Бизнес-класс. Потом все равно искать пятый. Потом там, по-моему, новое возрастание только. Значит, там будет другой номер какой-то будет. Выход. Гейт. Не работает. Как-то совсем не вяжется Шереметьево с именем Александра Сергеевича Пушкина. Почему-то для меня это непонятное явление. Он совсем не летчик был, кстати. Так, может здесь есть наши данные. 16:25 Стамбул, выход 129. Выход 129. 4 минуты отсюда. 129 это еще туда. Значит, мы идем в нужном направлении. Было несколько часов сегодня, около 8 свободных, но это с уже с этими двумя часами ожидания перед вылетом. Ездили в Москву. Встречались с подругой. И из Шереметьево, и в Шереметьево едет автобус номер
едет автобус номер 851. Стоимость 51 рубль. Едет из Шереметьево до речного, до станции метро Речной вокзал примерно 50 минут. А в обратную сторону, если честно, не заметил, но поменьше. Но за счет того, что были пробки, ехать пришлось подольше. Вот так вот. Также воспользовались камерой хранения. Оставили багаж в ручную кладь. А стоимость этого составила 500 ре. Вот наш выход. Номер 129. Сейчас найдем сиденье и будем ожидать выхода, вылета. Всем пока.